Макс Ньюс. Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу. Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Добрый господин утро. Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня будет, господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просят. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Добро пожаловаться». Правда, сегодня вот Сергей Сидорко не смог присутствовать, но тем не менее мы продолжаем разговор с нашими гостями. Разговор, который мы начали на прошлой неделе. И вот бывший председатель правления Ригасному Парвалднекс, можно сказать, отец-основатель этого учреждения, Эрвин Страупе. Здравствуйте. Доброе утро. И я понимаю, что последний выбранный председатель правления Ригасному Парвалднекс Айварс Гонтарев. Здравствуйте. Добрый день. Может быть, мы начнем с вопросов, которые мы не успели, на которые ответить. Вот в прошлой программе нам присылали вопрос. К сожалению, вот сегодня у нас еще, по-моему, не работает WhatsApp, поэтому если у вас есть вопросы, вы можете звонить по телефону 67212-939. Вопросы были такие. Вот, может ли РНБ погасить долги за отопление, которые образовались из фонда дома, которые откладывались на ремонт дома. Вот такой был вопрос. Я понимаю, что скорее с опасением, могут ли вот эти деньги, накопленные на ремонт, забрать как долг за отопление. Наверное, я отвечу. Я, во-первых, хочу сказать спасибо радиослушателям за очень активные вопросы, которые я, по крайней мере, читал и даже готовился за эту неделю. Ну вот, насчет накопительного фонда. Нет, домоуправ единолично не имеет никакого права, это написано в законе, не имеет никакого права взять ремонтный фонд и использовать его на другие нужды. Но то, что если по вопросу РНП, то, что делает сейчас РНП, РНП призывает собственников прийти на собрание и проголосовать, давайте будем погашать долги из накопительного фонда. Мой совет, я, как я помню, уже Айвар начал с прошлой передачи, нет, не голосуем за это, не приходим на собрание, или если приходим, голосуем против. Почему? Накопительный фонд нужен для ремонта дома. Ваш дом стареет, у него 30, 40, 50 лет, его нельзя просто так напрямую использовать. А что будет, если поломается лифт в 12-этажном доме? Что будет, если будет утечка в канализационной или водопроводной системе? Что будет, если ветер сдует крышу? Тогда нужно будет, если накопительного фонда не будет, тогда нужно будет за один день или за одну неделю накопить целый капитал в несколько десятков тысяч евро, может быть, если дом большой. Мой совет – нужно рассматривать ситуацию, собираться и, значит, во-первых, смотреть ситуацию с должниками конкретного дома, что сделано, что обхозяйствующая компания предпринимает в течение там, последнего года или последних двух лет. Вот на выходных я смотрел конкретный дом, меня спрашивали, вот тоже жители спрашивали совета, что нам делать. Оказывается, в доме долг на одну квартиру более 15 тысяч евро. И очень грубо посчитал, за сколько лет это накопилось. Там две ситуации. Во-первых, это не за год и даже не за пять. Во-вторых, ситуация в том, что судебные... Разбирательство начинается, она подана в 2018 году. Это почти 3 года происходит судебное разбирательство насчет долга одной квартиры. Это значит, я очень грубо опять посчитал, за последние 3 года этот долг вырос в треть. Если не будет ситуации, что это будет решаться быстрым образом, такие долги очень трудно погасить. Если я, конечно, не могу знать, это банковская квартира или как.
Но если долги будут по 15 тысяч, их расплатиться с ними не будет легко. И значит, жителям придется, как собственникам, договариваться, что делать с этим фондом. Не фондом, а с этим долгом. Значит, как получается? Так. Сейчас сбился с мысли. Да. Ну, то есть получается, что накопился долг, и он увеличивается еще за счет судебных издержек, я понимаю. Судебных, да? Издержек, штрафных пеней и так далее. Это все накапливается. Вот это и есть та проблема, с которой, насчет которой должны решать собственники, а не тратить накопительный фонд на ремонтные работы. Но получается, что это одна квартира может иметь долг, и он висит на всем доме. Да, так и есть. Это вот такая коллективная ответственность людей. То есть такая коллективная ответственность имеет место практически во всей Европе, в том числе в Германии. Они собираются. То, что делает Германия очень часто, они собираются и делают накопительный фонд, но не на ремонтные нужды, но накопительный фонд там в размере 1 или 2 месяцев на счет подключения отопления. Вот такой резервный фонд, если, чтобы не было каких-то внезапных вот должников, и, соответственно, чтобы это можно погасить. Но гасят, конечно, это сами клиенты. Еще раз, тоже с своей стороны, то, что в прошлой передаче я говорил, что это неправильно, незаконно даже в этом случае, да. И это такая попытка перекинуть всю проблему с отоплением, с подключением отопления на самое слабое звено в этой цепи, если мы смотрим это как целую систему, где житель, домоуправ, поставщик тепла, воды, политики, самоуправление, государство, тогда житель – это самое слабое звено. И сейчас вот это как бы попытка. Давайте не будем эту проблему решать, давайте вы там каждый дом скинетесь, или мы спишем с вашего накопительного фонда и забудем про это. Конечно, я понимаю каждую из сторон, и я эту проблему решал не однажды. И последний раз это был перед последним отопительным сезоном, тоже в кабинете мэра того времени. И вдруг, потому что Рига Силтумс решили выставить штрафные санкции. Рига Силтумс, я понимаю, к ним пришел госконтроль, спросил, а почему у вас нехватка средств? Говорит, вот вовремя нам не оплачивают счета. Какой срок у вас по оплате счетов в договорах? 26-й, 27-й, по-моему, или 25-й, что-то такое, 20-е числа, да? И сколько платят вовремя? Столько-столько. Почему не выставляете штрафные санкции? Ну, вот тогда как бы было указание, как по словам того времени правления Рига Силтумс, что если они не будут выставлять штрафные санкции, они будут нарушать закон. С другой стороны, РМП. РМП четко ясно сказано. Это был 2012-2013 год, когда был этот аудит, тоже госконтроль, который четко ясно сказал, что ты не вправе брать деньги за отопление из других средств, накоплений, с мусора, с своих средств. Нет права. Только вот то, что заплачено за тепло, можешь перенаправлять за тепло. Ну, сейчас они тоже в такой, ну, ситуации, которые, наверное, они не понимают, что делать. Они, ну, скажем так, ни один из тех людей, которые там в правлении сейчас, они не работали в этой вот отрасли, ни там 5, ни 6, ни 7 лет. Они впервые сталкиваются с такой ситуацией, и, скажем так, для них это первый отопительный сезон, конечно, там много стресса. Жителям пришли эти письма счастья сейчас. Да, ну, жители в шоке, там, все сети уже бурлят, соцсети, да, насчет этой проблемы, что делать, как быть. И именно из этого я рассказывал в прошлой передаче, что я более 10 лет и по министерствам, и по сеймам свои поправки всем подал. Их просто сейчас нужно вытащить на стол, положить и принять. Сейчас, поскольку у нас коалиция в городе... Сквозная, да, в городе и в правительстве, я думаю, за полчаса, если бы все первые лица организации Рига Силтумса, например, председатель бы сел за стол, а дальше члены совета с государства, с Экмина, самоуправления, шеф РМП, ассоциация по обслуживанию бы присели за одним столом, вытащили бы тот наше предложение, которое 10 лет хранятся где-то по шкатулкам в Сейме, да,
приняли бы решение, и вот весь этот бардак бы закончился сразу. Просто сразу закончился. Его можно прекратить в течение полчаса. Еще раз, нельзя смотреть таким образом каждому со своего угла на эту проблему, потому что проблема, она больше, она глубже, и пока они будут смотреть на все, как я привык в спортивной аллегории, поле игры, хоть в футбольном, где ты видишь всех игроков и все-все-все, у тебя нету правильного представления обо всем этом. Из-за этого, и с точки зрения жителей сейчас, да, может быть страшно, но сейчас нужно выстоять одним фронтом, не подписываться на это голосование, потому что настало время политикам наконец-то не прятаться и не говорить, что это проблема жильцов. В законе так написано, что обслуживание и ответственность за обслуживание дома это полностью лежит на плечах жильцов или владельцев квартир. Но это неправильно в этом случае, потому что это чистый вопрос политики и тот вопрос, как именно управляется эти дела в государстве и каким образом эти дела организуются в самоуправлении. И дальше уже это РМП, частная компания. Здесь нет смысла. С этим сталкивается любая обслуживающая компания. Будь это господин Трубко или РНП, или еще кто-то, или литовцы. Проблема одинаковая. Может, единственное то, что частные компании более активно взыскивает эти долги, более активно работают с должниками, но за последние годы, могу честно сказать, РНП тоже улучшил свою деятельность, но все-таки старые долги, как я упомянул, насчет 15 тысяч на одну квартиру, они все-таки остаются, пока не закончится судебное разбирательство. То, что интересно, подходит осень, приближается зима, и все говорят насчет отопительного сезона Рига Силтумс. Та же проблема касается Рига Суденс. Госпожа Кауни не очень тихо сидит и не говорит об этом, но в принципе воду до первого этажа она должна привозить или подключать, но очень часто эти ситуации, что понижается давление воды в тех домах, в которых не уплачен долг. Эта ситуация очень похожа на Рига Силтумс, и такие же ситуации имеют место и к другим поставщикам. Резюмируя, что делать сейчас, ну тогда я бы мог призывать жителей все же интересоваться активно то, что они могут делать про ситуацию с долгами, кто именно должен, и у них такое право есть тогда. И как с нашего опыта, вот там, где есть сильные старшие дома, они просто спрашивали, просто дайте мне список, это по закону, у нее есть такой, я пройдусь по своим должникам, да. То есть это то, что могут делать сами жильцы, это общаться между собой, да, интересоваться, какая ситуация в РМП, в других обслуживающих компаниях, насколько эти долги старые, новые, что делалось, в каких инстанциях сейчас исковое заявление и так далее. Но, конечно, голосовать за то, что с ваших накопительных счетов сейчас будут списаны такие деньги, беря во внимание, что сейчас на носу у нас уже отопительный сезон, не дай бог где-то в каком-то доме полетит теплообменник или еще что-то, что сразу нужно делать, да, но это недопустимо, это просто вот то, что могут сейчас обращать также жители внимание нового состава самоуправления, что, ребята, здесь большая проблема, и давайте не будем закрывать глаза, а будем уже толком разбирать эту проблему. Ну, а новый состав я призываю, ну, тогда давайте наконец-то разберемся с этой проблемой, потому что я как представитель отрасли, ну, я еще раз, здесь 10 лет, и любой, кто ко мне обратится, я покажу конкретные свои предложения по поправке каждому закону, и также объясню на пальцах, да, почему именно так и нет, так эту проблему нужно решить, мы с этим живем более 10 лет, да. Получается, знаем, что это вот как изобретать велосипед, говорят по-русски, заново, то есть у вас уже были все эти проблемы, конечно, которые вы решали, конечно, предлагали. Конечно, они всех, скажем так, не только в балтийских странах, но и во всем мире, они, наверное, те же самые, да, и как-то все везде решили эту проблему, вот кроме Латвии. Да, там. Велосипед есть, он просто в разобранном виде. Да, каждый смотрит на свою часть велосипеда, кто-то на руль. А как ехать с одним рулем? В конце концов, обслуживающая компания остается заложником, потому что, конечно, РНП тоже не может откуда-то вытянуть там, 4, 5 или 10 миллионов евро и просто заплатить. Ему это не разрешают, в отличие от частной компании. У нас есть очень много
наших коллег, которые идут в Facebook, делают там свой ролик и говорят: приходите ко мне, я решу вашу проблему. За счет чего, спрашивается? За счет того, что в отличие от РНП, наш коллега идет, скажем, в Ригас Филтумс и заключает договор с определенным отложением оплаты. РНП это не может делать. Да, это один из нюансов, когда мы сидели в прошлом, перед прошлым отопительным сезоном, и эта же проблема была в РНП, я еще был председателем, и тогда мы спросили у Ригас Филтумса, а как-то нечестно получается, если мы как РНП хотим подключить дом с каким-то графиком платежа, да, тогда у нас нет такого права. Да? Если же дом меняет управляющую компанию, тогда этой новой компании как бы есть право. Таким образом, как бы сама система уже создана таким образом, ну, поменяйте управляющего, тогда мы вам дадим график. Но управляющий тоже же не виноват, что в этом доме у кого-то из жильцов, ну, к сожалению, такая ситуация, что он не смог оплатить этот долг, скорее всего, его квартира была заложена, потом вышло так, что банк ее забрал, долги не оплатил, как обычно. Ну, причем управляющий, да, из-за этого вот, ну, вот это один из пунктов, как раз таки в моих предложениях, что нужно делать, да, чтобы вот наконец-то весь город успокоился, и каждый, я смотрю уже в Facebook, как, ну, это как традиция в коммунальной сфере, наши дома подготовлены, мы молодцы, ура, 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 да, а что, это же простое техническое какое-то, ну, по своей сути, это простое техническое дело, которое ты должен делать с года на год. Это не должно быть как какой-то героический поступок. Да. Да? Давайте думать о восстановлении домов, о там, ремонтов. Второй героический поступок: каждой весной мы отключаемся от тепла. Это второе решение. Да. Если, конечно, сказать, что есть мысль, чтобы кто-то уходил в массовом порядке из РНП или с другой обслуживающей компании, тогда это нужно сказать честно. Наша единственная мысль – уходите в частный сектор, я не знаю, там, господину Трубко, господину Гонтареву, еще кому-то. Ну и тогда это скажите честно. Если нет, это нужно решать на политическом и законодательном уровне. У нас очень много звонков. Я вас попрошу надеть наушники, их будет слышно. Здравствуйте, добрый день, пожалуйста. Сделайте тише радиоприемник, пожалуйста. Только. Алло. Да, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Ну, вот этот вопрос очень волнует людей. Значит, я понимаю, что управляющие компании, как говорится, недовольные люди, но виноваты латвийские законы. Понимаете, вот в нашем доме, например, украли землю, и я пошел в компанию землемеров. Они говорят, мы не можем без подписи 106 жильцов сделать замер. Я говорю, мы хотим замерить и в суд подать. Нет, вот, а это невозможно. Кто в Австралии, кто в Америке живет? Это первое. Второе, значит, с этими долгами. Вы говорите, ничего нельзя сделать. Есть такое государство, как Литва. Мы продавали квартиру. И нотариус с долгами запрещает продавать. Там было всего 5 киловатт недоплачено, и мы брали такси и платили. Почему? Вот как заставить латвийских этих сейм и министров вот изменить этот закон, пойти навстречу людям. И второе еще, да. Есть же закон, что можно отключать воду холодную, вот что-то, какие-то услуги должникам отключать. Вот первое запретить продавать, а второе отключать. Почему этим не пользуются? Спасибо. Спасибо. Да, наверное, я начну с земли. Первый вопрос. Ну, конечно, да, была такая ошибка в свое время земляной реформы. И действительно, там было так интересно, как-то каким-то образом намерили эти земельные участки, да, в том числе те, которые не были переданы владельцам в собственность, квартира владельцам в собственность вместе с приватизацией квартиры. И потом, так как слушатель правильно отмечал, перезамерить это было невозможно. Что можно было и что я конкретно делал? Есть же условия по застройке города, там, где написано, какой земельный участок должен быть при застройке, при определенной зоне. Например, если это пятиэтажный дом, сколько должна быть зеленая зона минимальная, сколько должно быть автостоянок и так далее. И тогда мы шли этим путем, что я заручался экспертным документом, где было сказано, что к этому дому, например, к этой конкретной пятиэтажке необходимая
земля для аренды. Это именно мы сейчас говорим о случаях аренды, да? Что это не там 2500, а 1700, вот такой конфигурации. Да? И тогда мы шли к землевладельцу и говорили, хорошо, мы, например, согласны, в то время еще регламентировалось, там 5% нужно было платить, 6% эту аренду. Мы про ставку не можем говорить, да, но мы можем говорить про объем этого участка. Да? И тогда мы говорили, хорошо, тогда ну, или мы арендуем меньше, или же мы готовы платить вам только арендную плату вот как бы с маленького участка, но пользоваться всем, чтобы, ну, что он будет делать с этим и остатком. И весь участок обслуживать. Зато обслуживать весь участок и убирать его и так далее. То есть эти варианты были. Сейчас я бы хотел подсказать, что это не так. Сейчас вам не нужно собирать, поменялся закон, и вы можете обратиться в комиссию по приватизации. У них эта функция сейчас передана на перс улицы, и вы можете подать заявление. И в комиссии по приватизации сейчас дано право рассматривать, еще раз пересматривать все эти участки, но они не будут пересматривать по одному, им нужно, чтобы так... Ну, вы понимаете, что это все же какой-то квартал, вместе создается, там есть подъездные дороги и так далее. И они будут пересматривать все это кварталом. Но такое заявление он хоть один может подать и потом обратиться в комиссию по приватизации и узнать ситуацию, возможности, возможно, уже соседи или же соседи рядом стоящего дома уже обратились. Да, и уже дело какое-то уже идет и возбуждено, и в скором будущем, может быть, уже пересмотрены все эти рубежи. Так что по этому вопросу прошу обратиться на ПРС-2 в комиссию по приватизации. Про Литву? Да, вот про Литву. Айвар не даст соврать. Литва и не единственное государство в Европейском Союзе, который долг прикреплен к имуществу, а не к владельцу. И если я правильно помню период своей бурной юности, когда обслуживание домов меня интересовало в последнюю очередь, но я помню то, что когда мы переписывали свою квартиру, мы должны были подавать, по-моему, если я правильно помню, земельную книгу, расписку из домоуправления, где было написано, что долга на квартиру нет. Угу. Если бы он был, тогда они документы бы не принимали. Нам надо было вернуться к так похожему регулированию, было бы все хорошо. Или тогда новый владелец подписывается, что он ознакомлен с долгом, и тогда он принимает на себя его. И в тот момент, когда долг бы шел вместе с квартирой, многих вопросов бы не было. Да, у нас еще продолжаются просто звонки. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Нет, это неправда, что во всей Европе так же. Нет, это не во всей Европе. Такая система. В Скандинавии, я скажу, в Финляндии, например, если долг за 2 месяца у квартиры, она продается с аукциона. Деньги сразу оплачиваются за долг, остальные идут в общий фонд накопительный. Вот случаи такие, допустим, если появится опять такой же должник. Там не вешается коллективная ответственность должников на тех, кто честно платит. Потом я хотел сказать еще... работа вот Айвар Гонтарев, да, я писал, не чистили снег всю зиму. У вашего дома, да, возле вашего дома? Да, не чистили снег. Что мне ответил Айвар? Машины стоят на тротуаре, мусор убран. Потом он мне прислал видео, как трактор убирает совершенно чужой дом, совершенно другая улица, и, по-моему, даже другой район был города. Вот это нормально? Вот кто его ставил на это место? Сейчас узнаем. Знаете, вот такие... Спасибо. Да. Но я хочу сказать сразу, что вот именно при вашем правлении была возможность прямо на почту, вы опубликовали адрес электронной почты, куда можно было жаловаться в случае, если ну, вот у человека были какие-то... Ну, он считал, что его плохо... Ну, сотрудники компании не отнеслись к его жалобе. То есть вам напрямую писали. Да-да-да, было такое за 2 года... Лично обслужил, я считал, перед уходом 11 тысяч клиентов. То есть это вот вы отвечали? Да, ну, жаль, что если это так, что вот ко мне пожаловались, а потом мне прислали отчет о том, что вот убирает его дом, да, там... Извиняюсь, если это так, да, там, так что... Вся информация, которая у меня была, она велась в реестре, да, там я не всегда сам все успевал отвечать, и
когда был вот наплыв очень много, там по 100 и 100, 150 в день, тогда девушки были специальный реестр, где было сделано или не сделано. И в конце дня я всегда проверял, например, что вот эти заявки закрыты, эти не закрыты. Ну, такая ситуация не должна была быть, если почислили что-то другое, тогда мне отвечали, что почислили что-то другое, если клиент бы набрал. Так что, ну посмотрим этой зимой, будет ли вам кому пожаловаться, да, если не будут чистить. Так что, все же на сравнении, там, наверное, это... Ну вот мы продолжим, может быть, отвечать на вопросы с прошлой программы. Вот спрашивали, почему нет в Эцмиалгрависе центра обслуживания РНП, приходится ездить в Саркандаугаву, что это неудобно, для людей. Наверное, я отвечу, из чего все это началось. Это началось в 2010 году, в конце 2010 года, когда, родился РНП. И он перенял все обязательства, все активы, все места обслуживания у конкретных 15 домоуправлений. И тогда, соответственно, вот сколько было домоуправлений, столько было центров обслуживания, в Курзаме их было даже в 3, в Земгале их было 2 и так далее. В том числе это было и в Эцмиалгрависе. Но уже начиная с 2012 года, проработали почти 2 года, мы начали постепенно оптимизировать все те участки, в которых... Или этот поток клиентов был очень маленький, или он был какой-то, негармоничный, по понедельникам, по вечерам или что-то, и переставляли эту коммуникацию более на обслуживающих людей, которые как парвалдникс обслуживали, и оставляли на конкретные центральные участки, где люди приходили получать ответы поподробнее. Но насчет, наверное, Эцмиалгрависа, я его не закрывал, я бы его и не закрывал, потому что Эцмиалгравис и Саркандаугава это находится где-то полчаса появляется, если на автобусе ехать во время пробок. Но почему закрыл? Это, наверное... В Эцмиалгрависе я не закрывал тоже. Кто-то между мной. Потому что это действительно очень большая разница в промежутке дороги. И я бы не закрывал. Но если такое решение принято, к сожалению. Тут были вопросы, почему платный телефон? Вот спрашивал человек... Нельзя ли было вы... Платный телефон, он тоже до меня был введен. Тут есть две такие, стороны, с которых можно на этот вопрос смотреть. Одно, главная функция – это что-то стоит. По-любому, эта услуга, чтобы вы могли дозвониться, это нужно поставить специальную, обученных людей. Они должны принимать звонки. У них должно быть оборудование и так далее. И в том числе, если еще раз мы вернемся к тому, как устроена компания РМП, что главный принцип тоже с точки зрения госконтроля, что все жители не должны платить за всех жителей. Да? То есть вы должны платить именно за ту услугу, которую вы получаете. Ваш дом. Ваш дом. И с этой точки зрения, с этой логики, если мы смотрим, если ты звонишь и ты обращаешься, ты получаешь эту услугу, из этого он платный. И правильно с одной стороны, и неправильно. Здесь так, 50 на 50. Вторая сторона – это то, что как частный домоуправ у меня была бесплатная эта линия. Тогда были клиенты, которым очень долго нравилось говорить. По часу, по полтора часа они занимали линии. Одинокие люди, и я их понимаю, их кому-то нужно выслушать. Да, и здесь всегда такое палка с двух концах, да, там делать эту линию бесплатную или платную, да, потому что чтобы конкретно звонили по делу. Но я понимаю тех людей, если сервис устроен таким образом, что у вас все время куда-то перезаключают. Я пытался звониться до Лателекома, там, по-моему, мне 5 или 6 лет что-то нужно переключать, и я знаю, что этот звонок платный, да, это уже нагнетает твои эмоции, как даже наконец-то меня выслушает. В мое время был проект о том, что это на данный момент является как платной услугой для РМП, эту услугу предоставляет Лателеком, или ТЭТ. Из этого, и эта услуга, скорее всего, платная. Да. В мое еще время был проект о том, что эту функцию мы перенимаем сами, так как, скорее всего, более квалифицированно
как на вопрос РМП может ответить только сам РМП. Да, ну потому что есть сотрудники, которые знают друг друга и могут набрать хоть ночью, да, там и спросить, что как происходит. Ну, тогда была другая идея, что это тогда, скорее всего, было вложено в сумму обслуживания. Ну, чтобы еще раз вернуться к этому разговору, тогда, ну, вся услуга, каждая услуга что-то стоит. Можно ее вложить в сумму обслуживания полностью всем жителям, или же за конкретную услугу, чтобы покрывал конкретный жилец. Ну, наверное, так. Я, когда приезжал сегодня утром, наконец-то пробки появились по понедельникам. И пока доехал, слушал очень хорошую лекцию, где оратор этой лекции, лектор, говорил, что скоро 80% обслуживания и от конкретно электронного обслуживания будут отвечать роботы. И почему? Потому что 80% вопросов одни и те же. Я должен признаться, платный телефон вел я. И почему? Там два момента. Первое. РНП никогда, в отличие от многих других компаний, не зарабатывала на платном телефоне. Это не 900-я линия, ну, да, где там евро 15 плюс НДС и все вы получите от меня лично. Это не такая сумма. Это сантимы, потом евроценты за минуту. И это то, сколько это обходилось один к одному самому РНП против обслуживающей компании в то время Лателеком, а теперь ТЭТа. Сколько это стоило, столько это РНП брала эти деньги и за них и оплачивала. Вот такая ситуация. Но Айвар прав, действительно было место многим клиентам, где социализироваться и решать эти, ну, свои проблемы долгосрочными такими разговорами, а не быстро решать и давать возможность решить свои проблемы другим. С чего я начал? Я просто позвал к тебе всех людей, которые обслуживают клиентов, и как уже традицию мы ввели то, что мы замеряли то, про что жалуются, и про то, почему обращаются люди к РМП. По всякому виду канала. Письменно, электронно по имейлу и звонят. Да, это было у меня разложено четко по полкам, про какие проблемы, в каком объеме. Да. И там видно было, что большинство этих жалоб, ну, это потери воды, да, самая, самая большая группа, и всякого рода технический вопрос. Да. И из-за этого у меня была программа, что в течение 5 лет потери воды больше в городе нет. Раз, да, то есть... Ты бы снял счетчики, да? Я бы не снял счетчики, я бы поставил их электронно, и первые 200 домов, в которых была потеря больше 20%, в всех случаях закон позволяет РМП уже действовать, никого не спрашивая, да, первые 200 домов должны были быть уже оснащены в конце прошлого года. И постепенно... Да, было предназначено, что будет допуск людям к той информации в дигитальном виде, которая до сих пор хранилась где-то в бумаге. Мы видим эти вопросы и через e-parvovnik, чтобы у них был доступ. Да, все время у людей. Мы также видели, система работала e-parvovnik, дальше была создана уже платформа мобильной аппликации, которую не успел запустить, но она как разработка готова. Чтобы у вас уже легко, вам не надо звонить, вам в удобное время, вы просто смотрите к своему счету и всю информацию про ваш дом. Вопросы все про накопительные, про счета и так далее, чтобы любой из клиентов это легко мог поднять. А сколько был счет? А столько, да. А как это делится на меня? А вот так, вот такой алгоритм. А какие там ремонты были? А вот такие. Нажимаешь на кнопочку, где счет поставщика? А вот счет поставщика, который делает ремонт. Тебе все ясно, понятно. И дальше уже ты проанализировал как клиент эту информацию, уже тебе есть какой-то глубинный вопрос, да, там уже такой, вот я сопоставил этот, и тогда уже, они, скажем так, большинство вопросов, они очень простые, и если просто дать людям просто доступ к этой информации, они же просто бы открыли и так далее. И это доказал эксперимент, который тоже вызвал тут бурю, но иначе, как шокировая система, все это невозможно было. Это с сдачей показаний счетчиков, где мы видели, что электронные системы зашли, зарегистрировались и знают, как им пользоваться 50 тысяч. И просто не пользуются, и продолжают сдавать просто листочки. И продолжают сдавать листочки.
на первый месяц, как мы сказали, вот знаете, вот сейчас чуть-чуть осложним эту процедуру. Ну как, ты делаешь барьеру, чтобы действительно выявить тех людей, которым действительно это надо, которые благовременно знают эту ситуацию и так далее, потому что мы знали, что насчет социально чувствительных людей, которым что-то со зрением или инвалиды, или какие-то проблемы с передвижением, у них есть самоуправление, необходимый персонал, который за них это делает. Да? И на первый же месяц, чтобы поняли эффективность, 40 тысяч ну, из тех 50, которые были зарегистрированы, но не пользовались, 40 тысяч за первый месяц сразу начали пользоваться электронной средой. Никуда не идти, никуда в очередях не стоять, не сдавать эти листочки, не срывать их, а просто в электрон перешли на электронную среду. И таким образом выявляется, ну ясно, тогда они там, тебе нужно систему содержать на 50 тысяч по переписыванию простых цифр, да, а на 10 тысяч. Это же издержки разные, но совсем. Это мануальная работа, да, которая... И так постепенно переходить на электронную систему. Да, домоуправление такая сфера деятельности, где всегда будет какая-то социальная функция, но тогда ее четко, ясно нужно выявить, что у нас социальная функция не на весь город, а на определенное количество клиентов. Да, и мы их знаем, мы берем их во внимание. Да, и им можно вот выявить отдельную линию, где они будут сдавать по телефону или другие решения. Но здесь не надо так, всех. Ну, так что здесь толком нужно и понемногу приводить в порядок эту компанию. И... Ну, по моему опыту в частном секторе тоже то, что Айвар говорил. Вот сначала 50% посмотрели, потом из этих 50% 20% все равно сдают бумагой, без вариантов. Но на третий, четвертый месяц люди привыкают. И ты напоминаешь, и люди постепенно... Вот то, что очень много дало, это дал COVID. Когда люди не общались, и люди сидели дома за компьютером, и они очень быстро привыкали к всем тем удобствам, которым месяц еще назад им не казались удобствами. Но вот у нас уже остается довольно мало времени, а хотелось вернуться все-таки и к такой болезненной теме и спросить вас, вот как экспертов, действительно, которые создавали эту систему Ригаснаму Парвалднекс, вот продажа Ригаснаму Парвалднекс, вот его приватизация, то есть это получается ведь обратный процесс, когда-то как раз-таки перенимали, государство перенимало всю эту систему, сейчас вот есть ну вот этот момент, вот для вас тут, это... Тут видите, тут опять мы говорим, вот этот вопрос вот такой, да, а мы берем и как это отдельно выбранную вот, фразу или сочетание, или какое-то решение. Это вообще нужно смотреть с другой стороны, нужно смотреть, почему эта компания была создана, потому что была проблема в городе, а как раз-таки подключению к теплу, о том, что в городе принадлежало 15 домоуправлений, которых нужно было объединить и как-то логично по одним принципам работать во всех этих маленьких домоуправлениях. Из этого был создан РМП. А дальше приватизация, чисто если мы юридически сейчас говорим, уже давно закончилась, есть можно какого-то рода там акции наши, как это будет, продажа, наверное. В принципе, продажа на свободном рынке по более возможной цене. Но это, опять же таки, какова является общая система, да, там, что с этой компанией требуется, почему с нее это требуется, да, какова цель вообще. Нужно отойти чуть-чуть от этого вопроса, чтобы глобально понять, а что нужно выполнять этой компании, что нужно выполнять, каким является политикой государства, каким является политикой самоуправления по жилым домам. Да? Это то видение, тот концепт, который я принес и в Министерство экономики, и в самоуправление о том, что те кварталы и дома, которые застраивались в советское время под типовым проектом, под типовым застройкам, по эскизам, по тому, как должен выглядеть квартал, то, что строено как квартал, должно восстанавливаться как квартал. Да? И здесь что нужно? Здесь нужно с Министерства экономики, я пришел с инициативой в 2016 году к ним о том, что нужно сначала сделать так называемые глубинные проверки всех серий и понять, в каком они состоянии, в каком состоянии узлы, исходя из этого определить реальный срок службы этих домов
и основываясь на этих документах, дальше создать программу восстановления, техническую программу восстановления, да, когда мы знаем, это типовые проекты. Если они типово были застроены по одному типу, их и восстанавливать нужно по типовому. Сейчас это первый барьер, если жители приходят и хотят восстановить свой дом, а будьте добры, проголосуйте за проектную документацию, которая стоит от 15 до 20 тысяч. Первый барьер, который государство и самоуправление просто могут снять, создав типовые восстановительные проекты, и второе, самоуправление со своей стороны, они могут посмотреть на кварталы, чтобы не было так, что восстановление одной и той же серии в одном и том же квартале, этот серый, этот белый, этот вообще голубого цвета, и никто не думает про весь квартал, где у нас общая одна площадка для детей, где у нас стоянка, где у нас какие-то скамейки. Это нельзя смотреть только с точки зрения... И это, в свою очередь, это уже функция самоуправления. И тогда, если у вас есть все это, тогда смотрим дальше, что такое РМП, какова его функция в этом. И если государство и самоуправление сделало все вот это, и эта концепция восстановления жилого фонда, вот она такая, тогда какая разница, кто ее делает? Все должны участвовать, и жильцы, и все домоуправы. Тогда этот вопрос приватизации, неприватизации, продажи, непродажи, она совсем другого уровня. Почему? Потому что, чтобы восстановить все дома в РМП, ну, я считал в свое время, что из 4000 домов 1000 точно нужно восстанавливать. Ну, скорее всего, в ближайшие там, 10-15 лет на это нужно полмиллиарда. Ну, если вы восстановить... Причем Айвар говорит насчет полмиллиарда, насчет тех, это серийных домов. Потому что никто сейчас не говорит о тех домах, которые находятся в Саркандаугове, в том же самом Вацмелгрависе, Вагенсканце, Балдарае, о которых не говорят ни политики, ни сам РНП особенно, ни в других местах, потому что это дома, которым нужно честно сказать, ваш срок годности истек. Их восстановлению, они восстановлению не подлежат. И что сделать с этими людьми? Муниципальное жилье, еще какие-то возможности. Потому что без этого, это тоже целый вопрос насчет будущего жилья города. Дальше, о приватизации. Просто я подвожу постепенно, но сдалека, но постепенно. Дальше, нужно полмиллиарда как минимум. Реально это миллиард. Ну, пока соберутся, пока опять опоздают, состояние домов еще будет хуже, издержки застраховщиков выше, понадобится миллиард. РМП миллиард не может пойти ни в один банк и занять миллиард никак на основании своим оборотом. Что я успел рассмотреть, я говорил также с представителями ЭРАФа, то есть фонда по развитию, они говорят, что они непосредственно не могут давать нам деньги, вот тут же не полмиллиарда, не миллиард, на восстановление этих домов. Что они могут? Они создали фонд, который бы перенимал те обязательства домов по реновации. Когда, например, дома голосуют про реновации, о том, что им нужны деньги, да, РФ бы через этот фонд бы давал и перенимал на себя эти обязательства после того, как у их условия этого фонда было, что им нужен так называемый стабилизированный денежный поток после года, после реновации. Ну, когда они берут бумаги и видят, да, жильцы, да, результат хороший, да, жильцы платят, мы можем это вынимать как обязательство из РМП. Потому что, чтобы отреновировать дом, РНП идет в банк и берет займ на себя. Но, как это копацты, возможность занимать РМП, она доходила до 100 миллионов всего лишь. Да, максимум. Это 95% из Светбанка вот тогда было. Это был максимум. Сейчас показатели упали. Сейчас, я думаю, вообще там 40 или 50 остались. Идея была такая, что по таким блокам, по 40-50 домов, дальше этих обязательств РМП взяла, восстановила и передала эти обязательства в фонд. Почему? Чтобы у него была возможность дальше занимать и восстанавливать дальние. И так вперед и вперед. Так что вот из этого очень коротко еще раз о том, что мы же видим, Латвэнерго вышла
Это следующая передача тогда. Да, а, я дальше, понимаю, дальше, что, наверное, дальше мы следующий. Ну, смотрите тогда. Я думаю, что мы действительно встретимся еще раз, поскольку действительно очень много вопросов, и что будет дальше с жилым фондом, который вот действительно не подлежит ликвидации, восстановлению. И вот все эти вопросы, наверное, мы попросим наших гостей. Это бывшие председатели правления РНП Эрвин Страупе и Айвар Сгонтаревс. Попросим их снова встретиться с нами в следующий понедельник в программе «Добро пожаловать». Спасибо вам за то, что пришли. До свидания. Спасибо, до свидания.